выступал он также за Нижний Новгород несколько лет. Евгений Баборин получает наверху и сразу же угрожает из-за дуги. Первые очки в этом матче. Чадов загружает на Драгона Апича. Дальше Баборин, а вот это уже трешечка, и она заходит. Меньше чем 50 секунд, 5-0. Ударный старт Нижнего. Нено Димитриевич через небольшую паузу набирает эти два очка. Мог в теории даже отдать передачу. Не прогадал, эти флоутеры у Димитриевича идут с хорошим процентом по сезону. Кейси Шепард разворачивается в центр, в правую сторону. Закручивает. Демонстрировать, приятно наблюдать. Все-таки Новый год. Нижнего теперь со стороны Апича уже результата не приносит. Маркос Найт летит на кольцо. И здесь некому по большому счету. И у него в соперниках Бабурин. Найт просит заслон. Высоко Апич заступает. Но аккуратно, чтобы правила не нарушить. Камолов наверху. Снайпер заряжает с попыткой овладеть этим мячом. 10 на владение. Шепард. Баку против него. И Исмель дотягивается. Свои 6 блокшотов выписал еще на старте сезона. А вот Ценовым Зоран Лукич. И желали видеть Шепарда в составе. Он здесь оказался. Владимир Рывлев. Трудовые. 2+1. В общем, в стиле. Все здесь у Ивлева получилось. Более того, неравноценный размен. Да, Камолов. Плюс Маркос Найт. Вопрос, где были большие игроки. Ивлев мимо. Бонусный штрафной. Есть отскок и потеря происходит. Димитриевич на Камолова. Есть 2 очка в быстрой атаке. У Уникса возвращают себе казанцы лидерство. В этой встрече 5,5 минут еще играть в стартовой четверти. Шепард. Остался против Баку. На разрыве ритма со средней. Он делает уже 2 результативные передачи. Камолов. Димитриевич со средней. Ну, тут по-прежнему очень и очень здорово. Шепард. Новакович. Нельзя нарушать правила, иначе будут 2 броска. И вот, пожалуйста, Новакович ныряет. Пошел, проводит последние матчи. Да, довольно эффективен со всех примерно дистанций, которых он может атаковать. Димитриевич 3 через руки. Плюс 4 делает для Уникса. Дмитриевич, это, ну, в общем, на самом деле угроза абсолютно с любого места на площадке. Ивлев сверху. Против Маркоса Найта. Здесь будет работать. Скорости явно Найт превосходит. А это навесной. И Баку вылавливает. А Дмитриевич навешивает. И не может. Первая замена у Уникса. Джалин Рейнольдс. Недаром мы называем его лучшим. А там он уже выловит и доведет все до забитого. А Том Панкрашов внизу. Скидка на Ивлева. И Бако накрывает. Помогать этой команде. Рейнольдс против Ивлева. Это размен. Ну, не то чтобы даже по позиции. Скорее по умению. Или с теми, кто меньше, что отзащищаться один в один сложно. Часто там работает подстраховка. Глен Кози пытался лабирис смахнуть. И все равно 2 очка. Глен Кози. Последняя минута. Первой четверти идет. Шепард с дальней дистанции на равный счет. Попадает Кейси. И здорово Нижний находит ответ. От Рейнольдса не точно. Дмитрий Кулагин также не добавляет. И Шепард вырывает Кейси. Здесь и Филипп Гафур. Ой-ой-ой, провалился Уникс. Пытаться четверть все-таки с положительным результатом завершить. Эрик Грин идет под кольцо и набирает эти 2 очка. И на этом первая 10-минутка позади. 22-23 в пользу Зайцев. Сразу до Рейнольдса доводят. Апич против него. И Рейнольдс один в один. Не замечаю. Посмотрите, куда отлетает. Это все небо закрывает. Грин. Со средней резкой остановкой. Еще 2 очка. Хорошо. Против Тихоненко один в один. Будет пробовать разобраться. Антон очень долго, но на опыте. Хотя активно команды нарушали правила в начале этого матча.
Жарин Рейнольдс на противоположную сторону. Абсолютно один Дмитрий Кулагин. Ну, против, наверх на этот пик-н-ролл. И Зайцев один в один со средней. Мимо Рейнольдс. Дает Униксу новую атаку. 13 секунд. На нее еще есть Рейнольдс Кулагину. Кулагин вторая треха к ряду. Или нет, два очка все-таки. Дает нижегородцам возможность еще одну атаку провести. Шепард. Правый ближний. Подвешивает Гафуров. Что за путбэк-данк? Мяч из рук в руки. Тут, собственно, Маркос Найт. Тихоненко. Найт очень быстр. Отдает на Зайцеву. Зайцев атакует. И это два очка. Все-таки не три. И Бако. Нет, еще пять очков. Артем Камол, кстати. У нижнего Шепард 9. Все-таки здесь промахивается Бабурин. Еще в момент прыжка пытался оказать давление. Ну и Зайцева забывают в этой контратаке. Зоран Лукич. Здесь очень легко Уникс все придумал. Собственно, первое имеет к этому моменту. Новакович против Найта. Пойдет до конца или нет? Скидка на Ивлева, который заносит сверху, делая это с фолом. Владимир Ивлев, или классического центрового, так, чтобы соперник, ну, совсем не имел никаких шансов. Остается с мячом Найт. Смещается в центр Маркос. Разыгрывает двоечку с Баку, и Исмаэль отвечает своим данком. Доводят до Ивлева вниз. У Уникса 4 замечания. Бабурин. Классно. Новакович. Попадает. Тайм-аут Велимира Пирасовича нет. Хотя ни одной паузы еще не использовал. И вы посмотрите, какая. На самом деле, серьезно, процент. И перехват. Ну, тут 4 в 2 бежит. Уникс. Легкие очки для Маркоса Найта. Врывается в центр. Отдает все-таки Шеперду. Шеперд очень издалека. Попадает Кейси. И минус 4 у пари Нижнего Новгорода. Часто подобного тренера и ждут, когда игрок будет с мячом. Развернулся. Через Ивлева не стал. И пас на Баку также не получился. Шеперд. Новакович. Атакует флоутером левой рукой. 3 секунды, уже надо решаться. Нено! Мимо. Вообще пока ничего Уникс не может забить. После большого перерыва Шепард сравнивает счет. Найт. Помогает ему Рейнольдс. Найт теряет, и Кейси Шепард может вывести пари Нижний Новгород вперед. Да! Это происходит, а вместе с Маркосом Найтом они... Уникс. Но по большому счету сейчас не может проснуться. А Кейси Шепард великолепен. 13 очков. Стрибков. Воронцевич, который там под кольцом находится. Рейнольдс правой. Ой, как великолепно. Это он может. Не стал мяч двигать. Маркос Найт. Ну, там очень долго ждал. Камолов, снайпер на периметре. И Камолова не нашли. И Найт, и Рейнольдс передержали. Но нападение продолжается. Маркос, тем не менее... Все-таки хорош. И Уникс возвращает. С точки зрения набора очков. Зайцев. Заступил Гафуров. И прошло взаимодействие. Баку долетает. И с двух рук сверху. Вместо Шепарда, который сказал, наверное, против Новаковича. Уже была такая ситуация. Один в один по ходу первой четверти. Найт влетает в краску. По сезону делает это регулярно. Найт против Ивлева. Владимир делает минус 6. Впервые. Регулярно попадает. Глен Кози против Рейнольдса на периметре теперь. Резкая остановка, даже немножко тело его. Такое ощущение, что не поверил. Филипп Гафуров. У него есть Лабери. Димитриевич. Камолов. Сам очень аккуратненько. Минута 8. Апич. Глен Кози. Наверху. Резкая остановка. И треха через Дмитрия Кулагина. Димитриевич. О, тут нашел. Отлично нашел. Лабери. 14-14 счет этой четверти. И Кози вновь теперь со средней. Такие игроки составили. Вот он, Джален против Апича.
Фолит-то не очень сейчас нужен. Ну, посмотрите, как Рейнольдс из краски. Димитриевич. Агрессивно Чадов за позицию против Лабери. Обратите внимание, Грин на другой стороне площадки. И чисто Бабурин. Грин развернулся к арбитрам и такой, что? А где фол? Но надо продолжать. Браво, Кейси! Кейси Шепард! И Ивлев против Рейнольдса. Посмотрите, ну да, Апича пришлось прятать. И Рейнольдс! А тут Ивлев намекает на работу свободной рукой от Джалина. Димитриевич! Рейнольдс помогает. Ивлев аккуратно. Главное, чтобы не дали фол. И Рейнольдс такой коридор. Найт. Сведение. Средний мимо. Рейнольдс падает. И на подборе не Лабери, а Кози. Браво, пари Нижний Новгород. Самоотдачу этой команды никогда не было проблем. Вот уж точно Чадов. Еще два очка набирает. Бабурин подключился и Кози. Треха неточная. Шепард при этом остается на скамейке. Александр Чадов еще раз один в один. Помню, ранее выступал в составе Валенсии испанской. Бако. Внутрь и сверху. Атлетичный Бако. Вот до него надо только доставить мяч. Даже в концовке. Димитриевич. Самостоятельно, мягко навешивая. Разница. Ну, два дальних броска. Тайм-аут. Зорана Лукича. Которым, кстати, по три фала у обеих команд. И пошла последняя минута основного времени. Маркос Найт! Надо это сделать. Чтобы нарушение правил 8 секунд не зафиксировали. И Уникс одерживает победу в заключительном матче 2023 года, укрепляясь на второй строчке в турнирной таблице единой лиги.